Пока собираюсь, расскажу вам историю, и если вы думаете, что это будет что-то банальное, а-ля «давайте выберем цвет ноготочков», то нет. Да, я иду к мастеру маникюра. Так получилось, что я очень сильно сломала ноготь, практически всю длину, которую я так старательно отращивала. Это дом. Пока что я не решила, буду ли оставлять длину, или же сделаю curly shape. Уже собралась, отправляюсь в салон к мастеру, и позже покажу вам, какой результат мы сделали. Девчонки, маникюр получился такой. Снова мой любимый оттенок, который я делаю уже на протяжении года, из месяца в месяц. Пишите в комментариях свой любимый оттенок, и вы тоже не очень аккуратно ходите с длинными ногтями.